Свободное славянское радио. Добро пожаловать! Здравствуйте, дорогие наши зрители, слушатели! Сегодня мы находимся в гостях у очень известного и уважаемого лично мной человека, я думаю, что и многими другими людьми, которому он помог, Иван Павлович Неумывакина. Здравствуйте, Иван Павлович. Добрый день. Иван Павлович – это человек, можно сказать, уже легенда для многих людей, которые при помощи его открытий, его технологий, методик и советов смогли поправить свое здоровье. И известен он не только в России, он известен и за рубежом. Я думаю, об этом мы коснемся, еще об этом поговорим. Но начало давайте мы официально такое положим нашему рассказу, нашему вещанию. Начнем с того, что расскажем немножко о себе. Как начинался путь Ивана Павловича вот в медицине, поскольку сейчас, насколько я помню, вы полковник медицинской службы в отставке. Да. Вот как все начиналось, как вы вошли в космическую медицину. Мы знаем, что космическая медицина – это, в общем-то, ваше, можно сказать, так, детище. Это простой вопрос, но вместе с тем очень сложный. Вы представляете, человек, который фактически родился в Кыргызском ауле, до 7 лет почти не знал русского языка, попадает в город, начинает учиться, кончает институт медицинский во Фрунзе и попадает в армию, к счастью, попадает в авиацию. И в 70-х годах все чаще стали появляться сообщения, что запускаются ракеты на 100-110 километров. Потом в 57-м году искусственный спутник можно было наблюдать в определенное время, и на заре, и во время захода, то есть уже появилась идея, что скоро что-то начнет возникать, уже связанное с человеком. И принято было решение при Институте авиационной медицины создать еще космическую медицину. Отбор был, по-моему, даже жестче, чем мы отбирали космонавтов, но здесь требовалось еще очень много других качеств. И как это ни удивительно, но я был отобран в этот институт. При распределении обязанностей, кто чего, питание, вода, обеспечение, скафандры, мне досталась проблема, связанная с обеспечением космонавту здоровья. Если посмотреть очень серьезно, то есть миллионная страна, которая готовила все для того, чтобы ракета взлетела, и там, наверху, сидит представитель этого миллиона, я должен был обеспечить, чтобы у него было здоровье. Громадная ответственность. А мне поручили разрабатывать, набирать просто аптечку для космонавтов. Идет заседание, сидят значимые люди. Я говорю, что я хирург бывшим. Я никогда не занимался фармацией, фармакологией, кроме назначения лекарств. Сидит довольно упитанный человек и говорит: вы представляете, что с вами будет, если вы откажете от этой работы? Я говорю: что вы меня пугаете? Далеко на одних лекарствах не улетишь. Дайте мне, пожалуйста, неделю срока, я представлю свое видение. Один потом оказался сподвижник Королева и говорит, дерзкий мужик: ну что, товарищи, дадим ему неделю? Дали. Через 3 дня я представил бумажку, на которой в круге, я вообще, как вы знаете, потом очень скромный человек, написал «я». И расходятся стрелы. Институт Вишневский, терапия, эндокринология, гинекология, стоматология. Все институты спрашивают, что это такое. А вот я потребую от этих институтов, чтобы мне дали рекомендации, что сделать, чтобы у космонавтов в полете не было аппендицита, не болели зубы, не было бы язв, и все вытекающее из этих специалистов. Вы что думаете? Через месяц такой приказ был представлен.
К 67 году уже все институты по 2-3 человека, работая в институте, выполняли мои требования, которые я суммировал, и применительно к космической медицине уже реализовывал. А то, что делалось в земной медицине, до сегодняшнего дня ничего нельзя вместить в узкое, довольно тесное пространство космических кораблей. Портативность, надежность, простота в эксплуатации. Да мало ли каких особенностей, которые связаны с космической медициной. Вот я здесь написал книжку. Давайте я покажу ее на камеру. Да, вот. Пожалуйста. Космическая медицина земной. Как быть здоровым? Это моя докторская диссертация. В последнее время стали продавать, покупать диссертации. Я оскорбился, обиделся. Она была для служебного пользования, то есть закрытой. И я здесь написал то, что должно было вместить космический корабль с учетом тех качеств, которые я вам сказал. Но, к сожалению, то, что сделано здесь для медицины космической, земной ничего никому не нужно. Почему? Ну, например, очень интересный тут факт. Я живу в Бабушевском районе, здесь 20-я городская больница. 15 лет здесь оперировали практически без наркоза. Этот метод был разработан для космических кораблей, но, к сожалению, пока это рановато. Но он уже готов, вот он. Очень большая экономия на наркотических средствах. Очень большая экономия на том, что люди Дайте после посмотрите. Операции не требуют даже реанимации. Но это отдельная статья. Но при анализе, когда погиб Комаров, я пришел к выводу, что в готовящийся полет в 71 году трех человек, мне за полгода пришла информация. Вы спросите, откуда? Есть такое выражение «иррациональное духовное сознание». Ну, в переводе на русский язык, чтобы не умно, не по-умному звучало. Это когда люди, абсолютно владея с точки зрения житейской практики нормальным сознанием, сознанием, у которого нет никаких сдвигов в фазе, они присутствуют на Земле и вместе с тем умеют или бывают там, во Вселенной, и считывают оттуда информацию, которая там есть, прошлое, настоящее, будущее. Мне приходит в начале ночью с полудреме сознание. Космонавты погибнут. Через неделю более четко. Через две недели я обращаюсь к командованию. Мне нужна реанимационная служба. Мне отвечают. На вас и так работает здесь Советский Союз. Идите, не мешайте нам работать. Я убедился, что те службы, которые встречают космонавтов после полета, военные, нормальные специалисты, но у них рундюки петровских времен, они никогда не встречались с крайним состоянием человека, который вот между той и этой жизнью. Ну, реанимация, будем так говорить. Или уже тот, который погиб. Я обратился устно, потом письменно. И, наконец, я обращаюсь к директору всемирно известного академика, генерал-лейтенанта Газенко Олега Георгиевича. Олег Георгиевич, я на вас буду жаловаться. Вон из кабинета. Он никогда ни на кого не повышал голос. Я вышел, и я добился через 5 дней приема у министра здравоохранения, написав на такого академика жалобу фактически. Я доказал, что мне нужны реаниматоры. И Бурназянов и Тик Игнатьевич, это который курил космонавтику, собрал совещание. Я доказал, что это нужно. Мне выделили и институт Склифосовского, 4-е управление, 4-я градка, Боткинской. 16 реаниматоров, 8 врачей и 6 сестер. Это такие пункты, которые закрывали возможность. Если корабль космический сел, здесь уже сидят эта бригада. Но я одновременно заявил, что космонавты очень большая вероятность, что они погибнут. Они, кстати, без скафандра были. И мне пришла информация, что медицина будет ни при чем. Техническая. Причем на завершающей стадии полета.
Я соответствующей службе все это доложил. Меня посчитали вообще ненормальным человеком. А теперь представьте, космонавты закончили работы, возвращаются домой. Веселый, рассказывает, не анекдоты, а где-то там слишком ответственный участок. И не сработала система. Мгновенно произошла разгонетизация космического корабля, мгновенно блокировки всех систем с помощью азота, который выделяется в организме, мгновенная смерть. И реаниматоры, которые были фактически мне приданы в помощь, сделали все, что можно было делать. Но там уже было все несовместимо с жизнью. И теперь представьте, когда там драматическая ситуация случилась, там должен был лежать в гробу, это Леонов, это его экипаж должен был там. Но в космическом Байконуре случилось, что у одного из членов экипажа нашли затемнение в легких. А правило такое, если это было в Москве, то у кого что-то случилось, выходит, а дублер его... если случается в Байконуре, меняется вся тройка. И полетел Добровольский, Волков и Пацаев. И они погибли. Пока похоронили, Министерство здравоохранения издает приказ. Мне выдаются 100 тысяч фонда заработной платы для создания собственной реанимационной службы. Она по сегодняшний день еще продолжает функционировать. Это просто за это время, пока ходил жаловаться на генерала, весь институт притих, что будет с Иваном, то есть я Иван, что будет с ним. И написали приказ о неполном служебном соответствии. Она вбивала еще там перед этим приказ. То есть, что бы от меня осталось, если бы я не оказался прав. Но главное, после этого уже ни один космонавт во время взлета и посадки без скафандра не летал. Вот такой маленький случай из эпизода моей жизни, когда я никого не боялся. Вот так в жизни получалось, что... У меня такое качество. Причем на меня почему-то отмечал Королев в своей работе. И самое интересное, что мне очень благоволил президент Академии наук Украины, это Борис Евгеньевич Патон. Я ему признателен за то, что большинство авторских свидетельств я получил через Академию наук Украины и институты. И он оказывал мне повсеместно вот эту помощь и чувствовать такую защиту, я старался выполнять то, что мне было получено. Это профессионализм и ответственность за ту работу, которую я выполнял. И в результате этого у меня родилась система, которая называется «Медицина здоровья от космического врача». Вот здесь вопросы и ответы. Я ответил на все вопросы житейские, как быть здоровым, не обращаясь к медицине? Но для этого нужно знать хотя бы элементы работы нашего, кажется, просто на очень сложной системы здоровья, включить свое сознание, и если вы хотите быть здоровым, 20-30 минут в день, потратив на себя любимого, вы будете здоровы, и не обращаться туда, которое называется медицина, но не здоровье, медицина болезней. И как вы должны чувствовать себя все время, независимо ни от чего. И жить столько, сколько вам отведено свыше жизни на этой земле. Хороший рассказ. Заставляет о многом задуматься. Скажите, пожалуйста, Иван Павлович. А вот часто такие прозрения у вас появлялись в жизни? Как часто вы следовали тому, что сверху приходило к вам? Понимаете, я вам не сказал еще то, что когда выделили мне 100 тысяч фонда заработной платы, у меня были собственных реаниматоров 20 с лишним человек. Причем реаниматоры высшего класса, профессионалы. Но у меня оставались деньги для того, чтобы я создал собственное конструкторское бюро.
У меня работали лучшие радиоэлектронщики страны, которые выполняли идею, которую я им подбрасывал. Ну, например, мне нужно вот разработать вот этот метод, связанный с операцией. Я спрашиваю, что вы знаете об этом? Ну, кто был в операционной, рассказывает, все прочее. Здесь же у меня создана фармакологическая, фармацевтическая служба на этой лаборатории. Я спрашиваю, что нужно сделать, чтобы каким-то образом обеспечить организм? Иван Павлович, наркотики? Ну хорошо, наркотики. А есть что-то управляет этими не наркотиками, состоянием человека, от которого зависит все? Есть. Что? Подкорковое образование, так называемая ретикулярная и лимбическая формация, гипоталямус. Ответственность за все, то, что делается в организме. А где эта система? Иван Павлович, да нету таких систем. Хорошо, нашли эту систему. Затем появилась, не появилась, есть такая закись азота. Она создает определенное обезболивание, но там больной корчится, вопит, надо ему дать там приличную долю спирта. И вот эти инженеры начали разрабатывать все эти системы. Мне это приходит информация. Я прихожу на работу и говорю, ребята, вот такая идея. Сидят и говорят, слушай, Иван Павлович, бред какой-то, что вы? Я говорю, вы же получаете деньги, причем я вам взял зарплату самую большую в институте. Через неделю возвращаемся к этому вопросу. Если вы скажете, что это бред, вопрос снимается. Через неделю говорят, Иван Павлович, в этом что-то есть. Через месяц, Иван Павлович, тут получается авторское свидетельство, делайте. Мало кто знает в медицине, но ведь у истоков создания диализа, гемосорбции, стоял ваш покорный слуга. У меня больше 15 авторских свидетельств. И в 1976 году Юрий Михайлович Лопухин, потом последующим получили за это государственную премию, написал, что это с помощью меня и моих конструкторов создано первый универсальный аппарат для гемосорбции, аналогов которого было десятка два лет, не было. Эта система создана моими инженерами. Я создал систему, которая называется наружная контрпульсация с компенсированной сердечной системой. То есть наружная контрпульсация такие надутики, они на руках, на животе, на ногах. Но особенность этой системы была то, что она работала с учетом скорости распространения пульсовой волны. Инсульт, инфаркт, институт Склифосовского, 100% гибели, ну и смерти этих больных. Тут только нужно успеть надеть этот костюм, зашнуровать, включить компрессор, и он начинает работать. Институт Склифосовского вытягивал таких больных, которые 100% должны были умереть, 90-95%, что оригинально. Через 1.5-2 месяца на сердце даже рубца не оставалось. Это все впервые было создано еще в 70-х годах. Сегодня этой системы нет. Разработал. Вот главный кардиолог страны, Башевсвили, простите, может быть, я чуть-чуть не так сказал, но он делает элементарный детский вот такой наружной контрпульсации, когда эта система создана, апробирована. А я это сделал для того, чтобы человек, если вышел в скафандр в космос, ну что-то с ним случилось, ему нужно оказывать помощь. А там же никого нет. У меня созданы были специальные шприцы, которые в зависимости от пульса. 5-6 ударов нет, шприц укалывает, вздрагивает человек хоть чуть-чуть. А здесь еще созданы, что поднос ему там что-нибудь такое, чтобы он вздрагивал. Его нужно было привести в чувство. А в этом скафандре внутри работает эта система. Но она увеличила скафандр на 1 сантиметр. А дырка, которая называется люк в космическом корабле, тоже требовала, чтобы космонавт туда влез.
И когда возник вопрос конструкции, что вы предлагаете? Всю конструкцию космического корабля, этого люка, идите и не мешайте нам работать. Я поэтому ее внедрил еще в практику народной, народной медицины. Вот это об этом подробно написано, космическая медицина земной. Сегодня этой системы не только в нашей стране, в мире нет. Вот поэтому вопрос в отношении, касающийся и в том числе решения многих вопросов, касающихся космонавтики. Ну, в частности, я с Персиановым работал, Леонид Семенович, это главный акушер-гинеколог. Мы разработали систему, которая позволяет вот с помощью этих подкорковых образований убирать у женщин этот токсикоз беременности. Это неприятность очень большая. Самое страшное, что токсикоз беременности оказывал влияние на будущий рост ребенка. Наконец, вопрос в отношении операции. Операции без наркоза. А женщины, ну, мало ли какие хворобы там бывают. И при операциях обычные это очень большие нарушения. И в том числе сказывается это наркоз на детей. Затем во время родов. Это же болевые какие шоки. Мы полностью убираем шок. Ну, усталость остается. Но боли-то нету. И после операции она лежит счастливая и довольная. Но самое главное, чтобы этот ребеночек должен сразу быть приложен к груди матери. Без этого здорового человека фактически нету. Вот за это, что вопрос в 80-м году, это год матери и дитя, должны были получить Ленинскую премию. Но, к сожалению, Леонид Семенович чувствовал себя не очень хорошо, и перед Новым годом в 79-м году он умер скоропостижно, и поэтому эта награда не нашла своих исполнителей. И система эта не была внедрена в здравоохранение. Хотя сегодня у меня есть материалы, авторские свидетельства, но оказывается, это, простите, никому не нужно. В этой книге, которая «Космическая медицина земной. Как быть здоровым», как это называется, где вы автор, советы в первую очередь на кого рассчитаны? На медиков или все-таки на простых людей? Нет, что вы. Все это дело в том, что вот эта книжка, особенность заключается в том, что не надо кончать медицинского института. Надо знать, как работает наш организм. Это совершенно особая конструкция. Ну, представьте конвейерную систему, любое предприятие. Вот это цех дробления всего того, что попадает в организм. Люди, как правило, у них не хватает времени, не успел кусок попасть в рот, его глотают. Глотают сразу, да. Ну ладно, животное, но вы же разумные животные. Там зубов нету. Вы должны пищу так разжевать, чтобы она потеряла специфический вкус. В это время идет насыщение за счет запаха, вкус этой пищи. Вы ее прослюнявливаете, она становится 36 градусов, оптимальная температура, и вы ее глотаете. В это время компьютер дает указание желудку выделить соляной кислоты столько, сколько там было у вас блюда. Что там, каша, хлеб, кусок мяса или там котлеты и еще компот. Так вот, мясо – это чужеродный продукт. Чужая генетика, чужая энергетика, все что угодно. Для него нужно очень много соляной кислоты. Чтобы разложить полностью. А вы проглотили кусок, соляная кислота туда пройти не может. Но самое страшное, что вы во время еды даже одну столовую ложку жидкости выпили, не дай бог, после еды, когда чай, компот, кофе, все что угодно, вы разбавляете соляную кислоту, ее не хватает для переваривания пищи, дальше она с лишним содержимым соляной кислоты попадает в двенадцатиперстную кишку, а там печень, поджелудочная железа вырабатывает мощную щелочь. Для нейтрализации кислоты. В кишечнике ее не должно быть. Сегодня не должно, завтра, треть,
а потом эта кислота проникает уже в желудочник, желчный тракт. Все. Человек болен. Вылечить его, пока он не восстановит все, что связано с физиологией, и каждый цех должен выполнять свою работу, невозможно. Отсюда я в книге написал: заболевание. Не надо кончать институт. Надо знать, как проходит пища с одного конца до другого, какой раздел за что отвечает и что там должно существовать, особенно с учетом кислотно-щелочного равновесия. Реаниматоры об этом знают, но врачи понятия не имеют. В этом беда медицины всей и всех специалистов. А их специалистов больше 100 наименований. И каждый специалист занимается своей системой. А соединить все это мне удалось с помощью вот этой космической медицины. Царство небесное Александру Александровичу Вишневскому, он мне еще был специалист, и, Бог, хирург от Бога. И когда я поставил вопрос, что мне делать с космонавтом, он говорит: вырезать аппендикс. Как вырезать? У меня справка Института Склифосовского. У здорового человека вырезать аппендикс нельзя. Через год, через два он больной. Это оказалось эндокринная железа. От этого тросочка зависит, как работает кишечник. Тогда возник вопрос. Александр Александрович, вы соберите терапевтов, эндокринологов, кто там еще там, проктологов, которые покойников там занимаются. Выработайте мне рекомендации. Когда я столкнул лбами, за 2-3 месяца ведь они мне выдали рекомендации. И за 2-3 месяца до полета космонавты выполняли эти условия. Прошло больше 50 лет, ни у одного космонавта там аппендицита ведь не было, а на Земле-то были. Это вот решение вопроса, как сегодня так называемые специалисты, не профессионалы, специалисты, каждый на Земле занимается своим делом. Организм – это самодостаточная, саморегулирующая система, в которой все связано и взаимозависимо. У нас нет отдельного органа. Это часть целостной системы. Почему мы называемся целители? Мы рассматриваем, говорит, как целое существо. И в этой книге подробно об этом расписано. Причем тут зуб? Причем тут глаукома? Да нету глаукомы. Я написал книгу «Болезни глаз». Глаукома к глазу никакого отношения не имеет. Это венозная недостаточность, которая возникает вот здесь, в шее, в воротниковой зоне. А в мозгу есть болезнь Альцгеймера, Паркинсон, Дегтярева, рассеянный склероз, шизофрения. Там десятки заболеваний. Оказывается, заболевания, которые все вот здесь, зависит венозная недостаточность. Об этом подробно написано в этой книге. Значит, тем специалистам, которые каждый предлагает различные заболевания, все это, ну, не фикция, конечно, чуть-чуть что-то облегчает, что-то восстанавливает. Но вылечить-то невозможно этих больных, пока не узнаешь физиологию процесса. А я ее знаю так, как сегодня мало кто знает даже из врачей, в том числе физиологов, которые, например, не могут сказать, что воду можно пить за 10-15 минут до еды. И можно только, если постная пища, ну час, а так полтора, если мясо покушали, 2 часа после еды. Не надо мешать цеху переработать полностью соляной кислотой здесь пищу, которая должна быть микроскопически, а дальше уже на уровне микробных там тонком кишечнике, где находится как раз вся система, в том числе иммунная система. Нет, 3/4, 1/4 еще в других органах. Иммунная система находится в тонком кишечнике. Кстати, где вырабатывается моя любимая перекись водорода? Но об этом врачи же не знают. И та же рупор Малышева по своей программе берет кусок мяса,
выливает 3% перекись, оно шипит, оно горит, и говорит, вот чем занимается профессор Немывакина. Ну уж куда уж дальше, это рупор официальной медицины, абсолютно не знающая процессы физиологии, она судит о том, чем занимается профессор Немывакин. А сегодня вся Россия пьет перекись. Ведь волосы у них восстанавливаются, болезни у них проходят. Я ничего не делаю. У меня вышла книжка «Перекись водорода». Да и вы миллионы знают людей. А сода, которая сегодня является, не сегодня, основным компонентом крови, поддерживает кислотно-щелочное равновесие, раз, убивает там всех паразитов, которые попадают в кровь, разжижает кровь, устраняет проблемы, связанные с тромбом, тромбообразованием, еще многими-многими факторами. А меня обвиняют сегодня, что я убиваю людей, заставляя с ложками кушать или съедать эту соду. Правильно, на голодный, не на голодный, а с холодной водой. Но ведь Рен-Терри передавала вот не так давно, целый час, что это нужно пить только с горячей водой, потом немножко остудить, и пить только натощак, ничем не смешивая 15-20 минут до еды. И вот сода это оказывает такой генерализованный эффект, который не снился, и не нужно никаких лекарств. То, что называется атеросклероз, и ОС, и цирроз, и что там еще, которая называется анкилозы и суставные все эти боли. Все это элементарно просто, но это физиология, никакой химии. Вот почему, когда вы прочитаете «Медицина здоровья космического врача», получается, что никаких лекарств вам не нужно. Это природа. А еще вышла книжка «Фрактальная медицина». Ну, сейчас очень много видов. Я подумал, ну а что, я что ли хуже всех остальных? Я так назвал фрактальную медицину, а в переводе на русский язык нарушение закона природы – болезнь. Не нужно нарушать природу. Природа, я имею в виду, вся Вселенная. Потому что Земля – это живой организм. Мы не только живем здесь, на этой Земле. 1 декабря 2014 года в Доме ученых я читал лекцию. Послушайте, основные законы физического тела, вот этого, данного нам во временное пользование на планете Земля. Я 4 часа, меня там не отпускали, и все получили ответ на все вопросы, какие их волновало. 10 марта я буду читать там лекцию, это «Духовность и здоровье». Еще более уже законченная, завершенная работа, касающаяся взаимосвязи человека со Вселенной. И кто наш папа-мама? Это получается комплексный взгляд на жизнь. Не просто так физиология одна, а именно комплексный взгляд. Вот вернуться, если к книге «Медицина здоровья» и вот «Космическая медицина земной». В первую очередь, это получается, это надо врачам изучить, которые пытаются лечить людей, и при Конечно. Этом вообще ничего не понимают о том, как устроен человек. Когда их на трупах там научили резать, что-то там... Все правильно. Там систему, которую меня тоже учили. Но я сегодня, меня пригласили в 3-й стоматологический институт студентам 5-го и 6-го курса прочитать лекцию. Это было лет 10 назад. Шок был. Профессора возмутились, я подрываю их авторитет. А молодежь буквально с вот такими открытыми глазами слушали. И, а что нам делать? Все правильно, физиологии им говорят, фармакологии говорят, хирургия осваивает, различную специальность им осваивает. Но они кончают институт, еще нужна ординатура. Вот я сегодня связан с одним ординатором, семья у него. Кончил он 5 лет, 2 года ординатуры, 6900 рублей получает. Что это такое? Это в Москве? В Москве, да. И причем, что же получается? Что врачи не знают вот этой взаимосвязи. Я это различаю из специалистов следующее. Первое, это ремесленник. Он кончил институт, еще ничего не знает.
начинает жить, работать по какой-то специальности. Он становится специалистом. Но специалист – это человек, который выполняет вот свою работу. А что такое профессия? Профессионал. А это уже человек, который, как мой учитель один говорил, нужно знать ширше и глубже свою специальность, как она взаимодействует с другими органами, системами, и чтобы ваша специальность исчезла. Ну, вы же, наверное, слышали. Я написал книгу «Пути избавления от болезней». В книге написано, которых нет. Гипертония и диабет. Ну, нету гипертонической болезни, но ведь институты созданы. И все врачи знают, что гипертония, она связана с тем, что 40 различных симптомов, различных заболеваний органов вызывает повышение кровяного давления. Значит, такой заболевания нету. Но я в книге написал, что сделать, чтобы за 2-3 недели вот эта гипертония исчезла вместе с лекарствами. У меня в Кирове работает оздоровительный центр. 3 недели специальной методики. Гипертонии уже на 10-12 дней нет. Лекарство уходит в прошлое. Кое-что остается. Но мы учим человека, если вы хотите быть здоровым, делайте вот это, вот это, вот это. Вот и все. Но я подрываю авторитет. Вы же представляете, каких направлений науки? То же самое в отношении диабета. Сложное заболевание. Никто не говорит. Здесь режим играет очень большую роль. Но ребенок, не успев родиться, его сразу сажают на инсулярный аппарат, на инсулин. Ну как это называется? Я сейчас готовлю книгу «Исповедь диабетика». Диабет в моей системе Балашиха, вот здесь, я создал 5 лет назад систему, которую закрыли, потому что это как бельмо. Здесь, на глазах у ведущих специалистов Минздрава, закрыли. Там была больная, которая пришла, уже сажали ее на инсулин. Уже отношение диабетическое, так называемое, появляется стопа, проблемы с глазом. Через полгода диабета-то нету. Вот сегодня на этой истории я буду писать, о ней я писал в разных книгах, теперь напишу «Исповедь диабетика». Элементарное правило, по которому нужно жить. Но от диабета нужно избавляться не тогда, когда вы родились, а когда еще мама вас еще не родила, но нарушает элементарные вещи, которые потом, оказывается, это не значит наследственность. Предрасположенность – да, но если выполнять все условия, которые там есть, то диабет, который сегодня фактически становится как эпидемия, а к 30-му году каждый второй, третий будет страдать диабетом, это уже принимается как норма. Но ведь норма – это человек, который социально уже не работает. Он же выключен из этой среды, все время следить. Какой же это работник? И самое главное, его пичкают и лекарствами, а эффективность от этого, извините, диабетологи это прекрасно знают. Вот поэтому книга «Медицина здоровья», там в том числе о диабете, о инсульте, инфарктах, конкретно написано, что каждый из людей, живущих на земле, должен знать. А если вы все нарушаете, если вы ничего не знаете, как работает эта, кажется, внешняя простая, но это серьезнейшая сложная система, которую вы должны очищать периодически, это мы называем зашлакованность, а на это никто не обращает внимания. Цивилизация настолько сегодня дошла, что уже скоро генно-модифицированные все эти продукты мы будем кушать. И, кстати, есть вот этот по лженауке в Академии наук. Один академик курирует, представитель в американской компании, который создает генно-модифицированные продукты. И недавно он выступает и говорит, а ничего страшного нет. Но это же мимо замедленного действия с отравляющими веществами,
которые не проверены, не доказаны, что в последующем это не скажется на тех же детях. Это заявляет академик Большой Академии Наук России. Как это понимать? И вот поэтому в этой книге ответ на вот такие, кажется, простые вопросы, но каждый, кто сегодня хоть немного думает о своем здоровье, прочитает и будет выполнять. Потому что здоровье, когда есть, вы любые тяготы можете воспринимать уже не так, как больной человек. А он сегодня никому не нужен. В той системе здравоохранения, которая сегодня есть. Вы бываете в поликлиниках, особенно в больницах, вы уже убедились, что такое больной человек. Вы уже переходите на самообслуживание. И даже появляется уже все больше статей, что этим будут отвечать не государственная система, а частная. Хотя вы платите налоги, и той страховкой вы должны быть обеспечены. И в соответствии с Конституцией, 41 статьей, все обеспечено бесплатно на федеральном и региональном уровне. А что получается? Ответ вы сами найдете. Как хорошо, что я в поликлинике не хожу уже много лет. Вот я сейчас смотрю оглавление книги «Медицина здоровья». И здесь вот воде посвящено. Ну, понятно, что перед этим идет «Жить долго», рассказывается активно, без дряхлости, без болезней, создание космической медицины, дальше кислотно-щелочное равновесие, окислительно-восстановительный потенциал. И дальше вода. И воде посвящается почти 40 страниц. Это можно так назвать прорыв, да, для понимания человека, что вода – это основа здоровой жизни. Причем не просто вода из лужи, а еще же вода должна быть специально подготовлена, наверное. Ну вот смотри, два дня назад академик выступает и говорит: да что вы помешались на воде? Ну пейте сколько вам хочется, ничего страшного нет. Это академик, врач по образованию. Если бы можно было вот через экран телевизора, ну, сделать кое-что с этим академиком, честно говоря, я бы сделал. Он элементарно не знает, что наша кровь – это 98% воды. И ради поддержания этой воды в крови работает вся система. Она отбирает из кожи, и из лимфы, и из мышь, из кишечника, потому что там очень много у нас внутриполостной жидкости, межжелчная еще вода, для того, чтобы поддержать вот это кислотно-щелочное равновесие и количество воды. А вы пьете мало, а выделяете 1,5 литра минимум. С воздухом, с потом, передняя и задняя часть, 1,5 литра тратится на биохимические и энергетические процессы. Я ясно вам просто конечно, говорю? Конечно, конечно. Еще Ломоносов говорил, сколько убавилось, столько должно прибавиться. Правильно. Потому что по Малинину Буренину сколько убыло, столько прибыло. Особенно с возрастом. Ко мне приходят пациенты. Утром стаканчик чай, в обед, вечером. Чего там? 0,5 литра. Максимум 1 литр, но 0,5 литра-то не хватает. А что происходит с кровью? Она начинает загустевать. Воды-то нету, промыть клетки нечем, а густая кровь – это нагрузка на сердце. Сердце проталкивает, усиливает ее работа. Это все равно как воздушный шарик. Вот он нормально, вы начинаете раздувать, а стенка-то его утончается. Здесь у сердца то же самое, стенка приличная. А тут она, раздуваясь, уменьшается, инфаркт, инфаркт у вас в кармане. А теперь кровь, которая прошла туда вниз, а ее нужно поднять вверх. А вверх есть специальная система, там клапаны в вене. А клапан находится в мышцах. А мышцы у вас плохо работают. Но вы на работу, и то ездите метро, автобусом, мало двигаетесь, мало шевелитесь, и медленно, постепенно тонус этих мышц ослабевает. Эти насосы уже не могут полностью поднять оттуда кровь, да еще сердце из-за этой вязкости крови
не может обеспечить оттуда достаточной силы. Отсюда гипертония в том числе. Отсюда эти кризисы. И вот теперь посмотрите, что происходит в ногах. Пришло 100 кубиков крови, оттуда ушло 95-90. Маленький застой. Вечером отеки, утром прошли. Потом побольше, потом такие прожилочки появляются. То есть вена не справляется, включается уже малая вена. А потом вены уже опухают. А потом называется, это так называемая венная невенозная недостаточность. Врачи начинают оперировать, что вы оперируете? А потом начинают трофические язвы, а потом отеки, которые уже справляются, не может справиться организм. Что делают врачи? Говорят, воды не пейте, у вас и так много воды. Но простите, это же дикость. Это не вода, это метаболическая вода, это грязь. А у меня книжка «Вода». Оказывается, если вы пьете чистую воду, а не ту кислотную, которая течет в водопроводном кране, а чистая вода, это за которой птички летают на север, это pH 8-8,5. Высокий. Да, а у нас 7-4. А вы пьете воду 6,5, и вам продают в магазинах, никто не пишет, какая pH. Вас дурят и обманывают, деньги от вас берут. Вы превращаетесь в эту разменную монету. Я писал, я говорил, почему разрешают продавать такую воду. Она чистая, но она грязная с точки зрения pH среды. Так вот, теперь посмотрите, что происходит с этими отеками. Врачи говорят, не пейте воды. Ну, нету воды. А у меня в воде крупными буквами написано, более лучшие, более надежнейшие системы, чем препятствовать отеку или исправление отеков, это является вода. Вы пейте ее. Промывайте. Вот та жидкость, которая уходит, клетка начинает купаться в этой чистейшей щелочной воде. Потому что мы все-таки щелочные животные. Вот то, что касается воды. Теперь то, что касается чая. Вот у меня задают вопрос, а как чай быть? Ну, зеленый. Я вырос в Средней Азии, зеленый чай. Пожалуйста, вопросов нет. Но когда он крепкий чай, не приди, Господь, кофе, все. Это начало вашего заболевания. Почему? В клетке есть мембрана, тончайшее вещество. Она воду пропускает в клетку только чисто, она фильтрует то, что вы получили кайф от того же кофе. Она фильтруется, туда поступает только вода. А все то, что тут вы получили удовольствие, там такой вред вы наносите организму, что трудно себе представить. Теперь смотрите в отношении кофе. Кофе пьют маленькими чашечками. Это сильнейший тоник, это сильнейшее наркотическое средство. И тот, кто принимает это кофе, в 2-3 раза чаще страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но большей частью тебя кофе балдеют еще и закуривают сигареты, папиросы, особенно мадамы. А у них сердечно-сосудистая система немножко слабее, чем у мужчин. И что ж получается? А получается, что вместо 2-3 уже 4-6% чаще сердечно-сосудистые заболевания. Но самое страшное, что от этого кофе человек, ну, активность увеличивается, сна нету. А как правило, это 8-9 часов после работы сидят, отдыхают, гутарят, кто чего что. А оказывается, есть такой гормон мелатонин. Это шишковидная железа, эпифиз, центральная система, управляющая всей гормональной системой организма. Она вырабатывает мелатонин. Мелатонин – это гормон роста. Если вы пьете кофе, то тогда мелатонин перестает работать. Вы полностью его глушите. Сегодня, завтра, послезавтра. И еще если вы принимаете вот так вечером.
А мелатонин начинает работать с 11-12 ночи до 5-6 часов утра. Это гормон роста, мы растем только во время ночи. Это работоспособность, это кровяное давление, это все жизненные процессы. Это именно работает вот этот гормон. А вы его, простите, с помощью чего? Кофе. И, кстати, кофе натощак пить ведь нельзя. Кофе – это тот же мясной бульон. А для мясного бульона нужна повышенная соляная кислота. А если у вас кислотность повышена, значит, вы усиливаете этот процесс, язва желудка, 12-перст кишки вам обеспечена. Вам это надо? Говорит, а как же пить? Вот растворимый кофе есть. Ну, это чуть-чуть поменьше только вреда, чем то кофе, который есть. Но все равно вы приучаетесь, привыкаете. Рано или поздно вы потом начинаете понимать, что крепкий кофе, ой, получше. Усталости нет, расслабленность. Но мелатонин исчезает. Отсюда последствия этого приема. То есть что же теперь делать? Наркотическая зависимость. Вот смотрите, в доме, что мы не часто, но иногда берем 100 грамм семечек подсолнечных, ядрышек, а не с крупой, и 100 грамм кофе. И на блендере мы все это смешиваем, однородная масса. И 2-3 чайных ложки на стакан, причем не кипятка. Запомните, кипяток – это вредное вещество. Потому что вода – это сложная энергоемкая система. И когда вы кипятите воду, все, что в ней содержится, там фактически зафиксируется. И чтобы вода начала нормально работать, надо раскурочить вот эту зафиксированную ионную содержимое, и чтобы она проникла в клетки и оказала должный эффект. Сейчас очень умно поступают чайники, такие есть, 50-78 градусов. Они включаются. Вода должна быть горячая, особенно для соды, там растворять. А потом вы остудите до того, чтобы вам не обжечься, и принимайте, и кушайте. Так вот, когда эти семечки с кофе вы один к одному, 100 грамм того, другого размешаете, и вкусно, и полезно, и фактически там происходит, ну, не нейтрализация, запах кофе остается, но вреда чуть-чуть. Ну, почему бы не использовать, если уж так любите кофе? Но вам никто нигде это не делает, потому что это нужно возиться, а здесь нагрели, быстро размешали, этот, да еще вы кипяток, он там еще обжигаетесь и вы хлебаете. Так в этом медицине здоровья я об этом подробно пишу. Вы сами себе роете ту яму, возле которой, выходя в больницу, вас привязывают как крючком к этой системе, все, вы попались, и теперь вы оттуда уже не выйдете. После этих лекарств, которые ядовитые, я считаю, ну, вы будете жить. Но причина заболевания-то остается, и поэтому в книге, которая написана «Медицина здоровье от космического врача», я считаю, что вот за эти 3 месяца человек начинает понимать, что лекарство не спасение, это нарушение банальных природных, кстати, травки, пожалуйста, овощи, фрукты, салаты или там винегреты, пожалуйста. Но зачем все остальное? Единственное, когда говорят, вы что, против всех лекарств? Нет, есть срочные. Когда, извините, нужно оказывать, тут уже не до жизни. Это пожар. Я не отрицаю, все это нужно. Но 90%-то лекарств, извините, методом втыка работает. Единственное лекарство, которое, я же говорю, что я довольно скромный человек, за что удостоен государственной премии, называется фенибут. В космонавтике стрессы, не переведи Господь. Ну, представляете, ему нужно выйти в открытый космос, открывается люк, там такая веревка есть, фал. И вот он выплывает, там нужно, извините, это под тобой бездна. Как переживать? И переживают.
Оказывается, ни одного лекарства в мире, я уже не говорю Советский Союз, не было, чтобы снимать этот стресс, и работоспособность была такая, какой надо. Я за 4 месяца, за 4 года своими специалистами разработал фенибут. Это единственное лекарство, достойное государственной премии. И вот космонавты, когда выходят в открытый эфир, перед одеванием скафандра, одна таблетка выходит, и потом один мне сказал: «Иван Павлович, ощущение такое, что мы вышли гулять по Невскому проспекту, а работоспособность на 30-40% стресс, независимо от характера, нормализует состояние, на 30-40% повышается работоспособность, и 8 часов он работает, занимается, как будто он вышел действительно на прогулку». Так это лекарство в том числе работает при любом стрессе. Боитесь, вы идите там сдавать экзамен, где-то на выступательной конференции, выясняете сложные взаимоотношения. Вы приняли таблетку. У нас в институте и в космонавтах называются таблетки Ковра. Нас начальник всегда, в понедельник была пятиминутка, вдруг среду вызывает, значит, какой-то прокол или тебя кто-то заложил. Я таблетку всегда в кармане, выпил, прихожу, там до потолка все поднимаются, а мне как-то все до фини, ну, как до лампочки. Я совершенно спокоен, спрашиваю: а чего шумите? Это все вопрос решается. Потом уже директор института: что вы так себя ведете, Олег Георгиевич? А у меня в кармане фенибут. Мне через час нужно ехать. Олег говорит: тихо, вот вам конвалюта. Сейчас, пока вы доедете до министра или кого-то нужно, вы на этой конференции или заседании будете, как будто вы самый умный человек, все остальные дураки. Хорошо, давайте. Это называется фенибуты. Только покупайте рижского производства. Сейчас уже вот этот дженерик. Уже в России мои бывшие подчиненные кое-что схимичили, но не сделали. Фенибут тот, который вложен и получили авторское свидетельство. А онлайн фарм Рига — это то, что вам надо. И этот работает, но немножко послабее. Только на ночь не принимайте. Это единственный дневной транквилизатор в мире. Ночью, если вы хотите работать, пожалуйста. Но если вы вечером 7-8 часов приняли, ночь спать не будете. Это вы запомните. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.